Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Afterbirth Plus. И обычное прохождение, будем пытаться сейчас лилькой пройти куда-нибудь, как-нибудь. Сид вы видите, я его не водил, конечно, нарероллил, чтобы первым персонажем, первой, что нам выпало артефактом, вот. Этот вот чудесный делающий бдыдж помощник, чтобы появился. И это же здорово. Вот бы сейчас еще бомбы выдали, но тут уже сомнения насчет этого. Скидыш. Вот и бомба. Таки выдали что-то. А ну дайте что-нибудь хорошее теперь. Еще две бомбы. Но что-то как-то странно они меряют хорошие бомбами. Типа одна бомба, хорошо, две. В два раза лучше. 5 бомб. 99 бомб. Ну, надеюсь, нам до этого не дойдет. Ой, там мини-монстро. Был. Мини-монстро. В общем, тупая комната. В смысле, тупик. Ничего хорошего в ней нет. То же самое и вот эта комната. Но она не тупик. Она тупая, потому что она большая, бесполезная. Ну, хотя бы бомбу дали. И камень с крестиком выдаст... ключ. Это не бомба. Как это мерить? Ну и серое сердечко. Серое это сердечко, классно. Карта Lovers. Вроде как хорошая. Можно, конечно, было бы поискать секретную комнату. А давайте попробуем. Ну, чисто в теории она должна быть вот здесь. Это как в теории. На практике-то, может, и нет. Похоже, что тут ее как раз и нет. Ну или, например, тут. А может быть, ну и в принципе... И тут может быть. А еще может быть и вот тут вот тоже. Нет, тут точно нет. Хорошо, пробуем вот здесь. А нету? Где она тогда должна? Что, слева от комнаты сокровищницы? Это законно вообще? А у нас бомб просто уже не осталось. Прелестно. Собственно, спасибо. Хотя она, может быть, вот тут была бы. Тоже вполне вероятно. Ладно, ну это не важно. Зато у нас есть... Первый дамажащий помощник, отличный. Сейчас мы еще зайдем, удвоим количество помощников. И давай дамажить двумя лучами. Да выпендривался. Тиршот спитап, это конечно классно, но главное, что дали черное сердечко. Лучше бы давали побольше здоровья. И, ну, дамага и всего-всего-всего-всего-всего побольше. Нам только прыгающих пауков не хватало. Несколько долговато проходится, потому что это заряжаемый выстрел, если бы он постоянно этим сверлил лучом, но ведь нет. Но ведь нет. Ведь можно просто постоять и, не обращая внимания на каменных толстяков, пострелять куда надо, ведь его луч пробивает насквозь. Прелестная штука. Вот бы тут бомбу, а точнее две. А точнее нету ни одной. Обидка. Совсем нехороший уровень. И бомб не дают. То ли дело в прошлом. То одну, то две. А магазин. Магазин, конечно, интересно, но нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-я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 й. Пищит что-то. Писклявая. Подлое существо. Выдаваем количество помощников. И давай просто лучом этого сжечь. Сжечь его. Ну, почти попали. Почти не считается. Шар восьмерка. За него что дают? За него дают невнятное что. И вроде как серые. Ничего за него толкового не дали. И тут предлагают тоже помощников. Один, который будет жрать красные сердечки и давать за них всякое. А другой просто... Ха. А вот и... Даже не знаю. Нет, наверное. Не хочу я такого. И нам надо найти, что за артефакт нам должны были вручить. Так и не вручили. Я хочу артефакт. Дайте наш артефакт. Зачем вы его спрятали? Давайте быстрее. Может, бомба? Бомба, но надо две. Да, надо две.
Ой, взорвалось оно само. Я не виноват. О, как неудачно. Может, еще бомба? Но между тем, можно было бы даже зайти в магазин. Чисто в теории. Что ты такое? Нет, вот все-таки бомба используется тут. На рерол. Нам хотят вручить весы. Весы? Что? Хоп. Плюс 0,56. Вроде все только в позитив ушло. И 6 бомб добавили. Это хорошо. И ключик. Все, вот теперь-то мы бомбы потратим как надо. Наверное. Кстати, что нам тут предлагают? Нет. Как-то вот так вот взорвать, чтобы и туда, и сюда, и камень с крестиком нам предлагает золотой сундук, в котором бомба и ключ, и это все было ни о чем. Магазин. Не сюда. А совсем даже вот сюда. И возможно, таки тут есть секретная комната. И в ней, возможно, деньги. Я думаю, в магазин-то мы зайдем через дверь, потому что ключей 11 штук. А бомб не так, чтобы много. Во как. А это возьмем. Что-что, а это пригодится. Ну, собственно, все. Пошли дальше. 6 минут ровно-ровно на второй уровень. Более-менее, чем достаточно. Более-менее. Более, чем достаточно. Вот так вот. Никаких менее. Что дают? Сундуки. К сожалению. Тут не было сундука, который телепортнул бы к нечистым. Это обидно. Ну ладно. А что как-то их отбрасывает-то? Сейчас бы еще тут пилюли оказались классные. Вот это было бы здорово. Неизвестная пилюля. Pretty Flay. Черно-желтая пилюля. Запомнить. Power Pill. Хорошая вещь. Повышение удачи. Хорошо. Значит, что это у нас? Lovers. Не очень надо. А Power Pill возьмем. Ну и пошли дальше. И что теперь? Взорвались, ну и отлично. Я не понимаю этой комнаты, почему она так вот странно сработала, ведь там был попрошайка, который, ну, мог бы что-то выпросить у нас все-таки. Но его окружили тролли бомбами, не простыми бомбами, а именно тролли. Ладно, там было, ну, как бы, случайный выбор, типа. А че они не сгорели? Ну, типа, просто много точек, где должны заспавниться бомбы. И вот некоторые из них, там одна, например, тролли-бомба была. Ну нет, тут все были тролли-бомбы. Это без выбора вообще странно. Ну и ладно. Ну да и ладно. Магазин, 22 монетки, 10 ключей. Получил по морде, обидно. Вот такой поток сознания. И тут ничего нет в этом магазине. Серьезно, что это такое? Даже серого сердечка нет. А это уж никуда, ни в какие ворота не лезет прям. Однако, толстая летучая мышь переживает удар сереныша нашего. Ой, да-да-да-да, ну зачем оно его выбивает? Ненавижу. Eden's Blessing, серьезно? Отлично, вот в следующий раз буду играть после этого. Вот обязательно заценю эту раритетность. Что? Нет, даже не хочу смотреть. Не взрывать их, ничего с ними делать не хочу. Пошли к боссу. Ну правда. Что случилось? Почему никаких нормальных артефактов не дают? Как вообще такой вот предмет попадает в эти забеги? Это ужасно. Имеется в виду благословение Эдина, Идена, вот это вот цветочек. Нет, он классный. Ну блин. То как бы он намекает, что все, харе, давай следующий забег делай, потому что в этом тебе уже вместо артефакта ничего нет хорошего. Ох ты как! Ах ты как! Тут, конечно, можно было и поверпил использовать, и возможно, но только возможно, тут секретная комната, появись. Вот тебе и нет. Обидно. Ну ладно.
Ключик? Надо взять чё? Тут бы серых сердечек где-нибудь взять. Ключик. Здесь секретная комната. Где еще быть, как не тут? Красное сердечко. Две штуки. Отлично просто. Прекрасная вещь. Ку-ку. Чё-то новинка какая-то. Я такого не помню. Ой, да ладно. Предлагают... Что ты такое? Зачем это нам? Ну ладно, дают, берем. Что-то вообще какой-то отстой. Что там эта Митра дает? По-моему, какой-то шанс появления серых сердечек. Ну хоть что-то. Хоть что-то. Катакомбы 2. Вот тебе серое сердечко. Просил? Вот, ну что ты, ну и что. Но бы их побольше. Ну как я с ними должен бороться? Может, тут что-то? Простой золотой сундук? Нет, не хочу. Отличное место. Вот просто все собралось как надо. А чё они не взорвались? Это же нечестно. Же нечестно. Ну, сейчас-то, я думаю, попадется тот самый отличный, прекрасный, необходимый для нас артефакт, который затащит просто все. 10 ключей, еще один лишний, думаю, не нужен. Прям так вот. И тут черти что. Ну, правда. Маленький монстро. А он, конечно, плюет на всю комнату. Это неплохо. Но так себе на самом деле. Ну, уж совсем и плохим я это не назвал. Плохо, что они все летают на разные дистанции от нашего персонажа. Вот, если бы хотя бы все в одной точке были. Спасибо, спасибо. Это было серое сердечко. Приносите еще. О, а можно было бы побольше. Ну, спасибо и на этом. Хоть что-то. Секретная комната? Без понятия, где она. Ку-ку. Ну чё ты? Магазин. 32 монетки. Ну как тут пропустить магазин? Вы чё? И толкового-то тут ничего и нету. А может, пилюли будут? Черно-жёлтая. Это еще одна. Pretty Fly. Беленькая. Не помню. Телепортация в... Ой, куда? Ой, куда же ты нас телепортировал, так на кого кинул-то? Я что думаю, у нас что-то как-то мало стало денег, а почему? А, потому что мы два купили артефакта, да-да-да, извините. Не то, что-то подумал. Power Pill — это хорошо, а ты... Feel like walking on sunshine. Что бы это могло значить? Нет, я перевод понимаю, но что бы это могло значить? Секретная комната? Как нет? Нет? А, ну нет и нет. Жалко. Хотелось бы все-таки секретную комнату. Нет, хотелось бы уже пройти босса и как бы следующий уровень. А то мы что-то застряли долго в одном уровне. Не знаю, дают, берем. Так он и издох. Соска, и все, и больше ничего. Ну, это хотя бы плюс одно серое сердечко. Маловато в целом. Артефакты какие-то один другого хуже. Ну, какие дают. XL-лабиринт, хорошо и плохо. Хорошо, потому что... Ну, боссы... Тут два уровня в одном, значит, два босса подряд. Если мы нашли первого, то уже, считай, второй там же. Ну, а минус в том, что уровень-то большой-то будет. Ой, пускают сюда, а тут дают... Золотые сундуки. Золотые сундуки.
Я понял намек. Давайте удвоим же помощников. Конечно, он серёныш-серёнышем, так сказать. Но что-то как-то... Как-то он не пробивает, одним залпом не сносит. Я, конечно, понимаю, что это все зависит, опять же, от нашего персонажа, от его силы. Но нет. Фу какое. Фу таким быть. Да ладно! Сбить бомбу! Ну, боженьки! Я не знаю, какие они все тупые. Тем не менее, у нас три защитные орбиталки еще не нарисовались. Только две. Только этого мало. Надо больше. Ой, нет, только не фарш. Что угодно, только не фарш. А как же в тебе попасть-то? Что ты такой неуловимый? О, другое дело. Ну-ка дайте что-нибудь хорошее. Бомбы, опять бомбы. Видите, они все считают через бомбы. Да как ты наступил-то на это? Ну что творится? Серьезно? Я спокоен, все нормально. Ну-ка, что дают что-нибудь в сундуке? Хорошее? Да, бомбу дали, значит хорошее. Подождите, беленькая, это которая что? Это которая... Я думал, она неуничтожимая. Пока есть другие монстры. А оказалось, все это вранье. Ну это не та беленькая? Что-то я не помню. Так, одна мышь. Вторая мышь. И вот это такое сейчас будет в этой комнате? Серьезно? Конечно же заденет, конечно заденет, по-другому быть не может. Спасибо, очень здорово. Лазерный удар, вот сейчас может не совсем хорошо. Это который? А он не работает что ли вообще? Отличные артефакты, вот просто лучшие. Да как ты опять наступил-то? А, на то же самое место. Это прямо какой-то праздник. Здорово, здорово! Сердечко, значит, не будет. Спасибо, спасибо большое. Бомба. Ну да, бомба. Может тут что-нибудь? Ничего тут может быть. Вот ничего, да, на ничего сработало. Так, стоп, ну дальше что? Куда? Сюда? Привет. Он успел выпрыгнуть. Это всегда так вот напрягает, просто ужасно. Нам бы найти все-таки ту самую комнату. С еще одним артефактом, который уж точно затащит, потому что этот не затащил вообще ни разу. Ну, первый, который нашли. Лазерный это удар-то. Технологи какой там. Второй технологи. Это же классная вещь. Технологи 2 вообще. Имба. И не катрица. И не контрица. Особенно если есть... Ладно. 2, 3, 4. Может, хватит ему? Судя по всему, не хватит. Ну, ладно. Зря ты так с нами. А мог бы дать нам чуток хорошего чего-нибудь. Между прочим, нам бы успеть уже к боссам... Так, минус один, а теперь еще того бы расколупать, и было бы хорошо. Еще кто-то остался. Конечно, маленький червеныш останется. Ох, ой. Фух. И это оказалось тупиком. Отличная комната. Больше таких комнат
Не надо нам. Вот я имел в виду это. Наверное, возьмем эту штуку, потому что что делает этот missing page, до сих пор я и не выяснил. И ничего хорошего, скорее всего, он и не делает, поэтому еще один попрошайка. Спасибо. В другой раз. Можно нам уже... Я согласен уже даже к боссам. Серьезно. Комнаты одна другой лучше. Просто чудеснее и чудесатее. Чудесатее и чудесатее просто. Вот все как мы любим. Мой любимый заряжаемый выстрел работает как часы. Просто вот супер. Ах ты супер. Вот так вот хочется сказать. И ну что сделаешь, правда же, супер. Отличные. Три из четырех черепов оказались с турельками. Отлично же. Это ж классно. Как можно такому не порадоваться? Батарейка. Ну, конечно, классно. Но чё ж без батарейки, что ли? Батарейка классно. А где еще есть? Ну, тут, наверное, уже. Ой, да ладно, мы нашли эту комнату с артефактом. Не может быть. Ёлки-палки, игра, что ли, сломалась? Еще бы теперь боссов найти. Ну, как бы... И пройти их, и это все за 20 секунд. Вот это было бы здорово. Но на самом деле переживать-то не о чем, потому что телепортирующей какой-нибудь карты или пилюли нету. Так что... А? Коса. Видите? Не зря же это было. А ну-ка, дайте что-нибудь хорошее в этом сундуке. Попадется? Ключик прелестно. А тут? Ну, вот это уже на что-то похоже. Ну так, правда, плохо похоже. Но похоже на что-то. Так, а теперь что? Ну, босса уже где-то тут, наверное. Нет, у нас есть 5 монеток. 5 монеток, а подождите. Нам надо побольше еще и монеток. В том плане, что тут есть 2 попрошайки. Ну, по крайней мере, один, к которому можно подойти. Это вот... К нему. С этими монетками подойдем. Уже 5 мы ему скормили. И вот сейчас еще 6. Может, этого хватит. Или только-только-только этого мало. Правда, он черти где находится, этот попрошайка. Стоит, может, в магазин зайти? А глянем, что в магазине. За наши деньги тут ничего нет. Ну, кроме, конечно, серого сердечка, если его брать. Ну что, серьезно? Че, правда? Ой, еще денежка. Классно. Может, тут есть, скажем, проход в секретную комнату? К сожалению, нет. А был бы он тут очень к месту. Ну или тут. Секретных-то комнат мы не нашли вообще ни одной. Точно там нет. А жаль. А жаль. Это они зря так. Теперь обходить через черти где. Только не помню, этот или другой. Вот этот, да, как раз этот. Уж 5 скинули, 9 сейчас. Но... Вот даже не думай. Блин, мне пришлось потратить сердечко, чтобы вот этот козел сам себя не подорвал. И это за Боб. Это за гадкий Боб. Обалдеть. Ну-ка глянем, что тут, чтобы я уже так... Нет, тут сюда я заходить не хочу, даже не хочу и пытаться. 5 монеток. 5 монеток. Боб. Боб. Карл, это Боб. Я в шоке. Знакомьтесь, Карл, Боб. Боб, Карл. Боб, Карл. Боб. На пробел. Ладно бы там был черный Боб, который можно просто, типа... Но на пробел. Боб на пробел. Это просто ужасно. Ладно. Хорошо. Это же ярость. А, ярость надо взять. Пожалуй, это пригодится. И, наконец-то, мы дошли до первого чудесного босса. Ну как чудесного? В теории мы справляемся с помощью одного набора помощников. Это неплохо. Ну, нормально же. Думаю, нормально.
Так, конечно, за это дают нам еще одного помощника, но как без этого? Привет. И тут я даже не знаю, как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится-то? Ну как-то так вот все и лопнуло. Тут таки ангел появился, который хочет нам вручить... Неужели полет? И спектральные слезки. Полет и спектральные слезки. А просто невероятно. Все, валим отсюда. Теперь там можно было вернуться к тому попрошайке, но... Нету телепортационной карты какой-нибудь. Куда тут идти? Что делать? Кто виноват? Не знаю. Но полет уже есть. Но не вверх точно. Наверное, где-то вправо и вниз, как это обычно бывает. Наверное. Не факт. Началось. Да хватит! Нет, тут что-то отстойное. Да и тут, в общем-то, отстойное. Прям даже не знаю. Ну и где? Вот оно, серое сердечко, появилось. Еще нервничаем, все как надо. Эй, привет. Ну давай уже. Господи ж ты мой. Что так долго-то думал-то? Серьезно. А даже, возможно, и сюда. Но было бы хорошо сюда, чтобы уже найти босса и успеть на Blue Womb. Больше ключей, конечно, нам тут ключей-то только и не хватало в этой игре. Еще бомба. Хорошо, только давайте уже босса. Все-таки ключики возьмем, ну мало ли, пригодятся каким-то странным образом. Это лошадка, ожидаемая, ну, за нее дадут, скорее всего, лошадку тоже. Ну, задевать-то зачем? Вот это обидно. Да, дали лошадку, и она, блин, она не нужна. Она полет, она... Нет, это... Хорошо, ладно, идем дальше. Нет и нет, идем дальше. Проблема-то. Курс из Анон, мы не знаем что, мы что-то не знаем. Ну, мы много чего не знаем, но тут мы конкретно не знаем, сколько здоровья у персонажа. А ну-ка, дайте нам что-нибудь. Два серых сердечка. А вот это хорошо. Это по-царски. Тут ничего больше нет. А это плохо, это, ну, вернее, это обычно, это нормально, это по-игровски. Батарейка, ну классно же. Наверняка тут вверху секретная, вот тут. Секретная комната. Нет, тут не может быть. Не может быть! Я же говорил, не может быть. Значит, не может быть. А в бой-то пускает. А тут два каменных сундука, и мы их даже можем взорвать. И мы их взрываем. И... Полет. Полет хорошо. Да не просто полет, а полет с белым сердечком. То есть мы даже сможет быть, получится повысить... А, кстати, мы можем же удвоить набор помощников. Почему нет? Надо еще одну какую-то... Какая же там была пилюлька? Черно-желтая пилюлька. Вот ее бы еще одну найти, было бы очень-очень чудесно. Ну, для того, чтобы добавить еще одну защитную орбиталку, третью муху, которой как раз не хватало. Камушек, увеличивающий дэмэдж. Теперь дэмэдж... Он стал меньше? Что? А как он стал меньше? Я не совсем понял. Нет, я понял. Ну почему он стал меньше? Я не понял.
Ну давай же, восставай, только время нам тратит. Ну правда, нам-то успеть надо, а оно начинает там мудрить. Ох, конечно! Так, надо тут уничтожить щупальца. Тогда, я думаю, эти маски все пропадут сами. Ну, я надеюсь на это. Еще осталось одно щупальце. Нет, они... Блин. Они задели еще раз. Прелестно. Именно этого нам не хватало. Ладно, дальше. Здрасте. Да как так? Так сколько можно задевать-то? Опять ангел? Конечно, зайдем, глянем. Еще один помощник. Это же орбиталочка. Третья орбиталочка. Хорошо. Серафим собранный. Это, конечно, классно. Теперь бы найти еще серых сердечек где-то. И знаете, что нам надо? Сколько? 28, 30. Надо взять батарейки. Зарядить второй. Ну, как получается? Второй. А вот батарейка. Чтобы было два заряда на артефакте. Чтобы хоть что-то как-то у нас получилось. Так, ну что ж, в Blue Womb. Так в Blue Womb. С тремя защитными орбиталками шансы есть. И с таким количеством помощников, думаю, ну что-то да получится. Бесконечный магазин. Вот его-то и купить, и все. Пардон, что-то хрипну. Вот что нам из этого надо? Что из этого реально может затащить? Даже не знаю. Либо летающая ошибка, либо... Либо... Тут тоже что? Вот это я не помню. Что... Возьмем это. А, так, стоп, что еще? Камин с крестиком не видать. Отстой. Немножко денег, ну, это же мало. Отстой и тоже, в принципе, отстой. Ну, давайте летающую ошибку. Она хотя бы мобильная. Их будет две, когда мы вызовем еще один набор помощников. Бесконечный магазин. Ну, мы можем его купить, но смысл... Карта Judgment. Ага, конечно. Серое сердечко. Ну вот бы еще одно взять. Да только что-то как-то деньги кончились. А мы можем взорвать вот этих ребят? Надо было его тут поставить вместе с этим. Трелли-бомба. Ну, конечно. И больше, конечно, монеток нету. Отлично. Хорошо, пошли бить. Как получится. Так, включаем три набора помощников. А что нет-то? Конечно, это, по-моему, перебор слегка. Ну, я даже не знаю. Это называется спам. Так, теперь это пакость. Сейчас мы тоже будем спамить всем, чем только можно спамить. И чем нельзя тоже. И вообще всем. Наверное, поближе подойти к ней. Тогда можно еще спамить, чтобы задевало и всякими маленькими монстрами. И вообще всем. Да, тут, конечно, лилька сильна. С таким большим количеством помощников это круто. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас, конечно, защитные орбиталки. Причем даже сейчас все три это ангелы. Прикольно. Интересно, оно... Если ангелы сильнее защищают или нет, непонятно. Давайте проверим, если тупо стоять, не двигаться. Хоть одна из этих летающих слезинок от этого заденет или нет? Задела, но... 2, 3. Это не сейчас, ни одна не пробила. Но это не факт. Это не факт, что и дальше так будет, и что это
действительно сработает и дальше. Ой, наплодили коконов-то. Коконов-то не надо, извините. Опять коконы. Ой-ой-ой-ой. Ой, задето, задето. Ну вот опять началось. А денег дадут за это? Похоже, что нет. Вот такое вот. Итого. Две монетки как было, так и осталось. На одно сердечко стало меньше. И, ну, больше тут ничего нет. Камень с крестиком не появился. Ну, собственно, его и не было. А это не купить. Обидка. Ну, собственно, зачем нам камень с крестиком, если мы не... Можем, конечно, попытаться взорвать вот этой штукой. Ну, это тоже не вариант. Так, итого. Что нам куда идти-то? Нам сюда идти. К делириуму. Делириум. Ну, в общем, вы поняли. Заходи давай. Они вибрируют. Вот такое слово. Хопочки. Странная тут какая-то воронка. В нее еще надо как-то по-хитрому попадать. Не всегда она срабатывает прям сразу. Или, возможно, тут как-то просто маленький персонажа сейчас хитбокс. В общем, ладно, пошли. Вполне можем справляться с этими боссами одним набором персонажей, да, по сути, вот этим одним персонажем, Серёнышем. Белое сердечко, как же ты нам дорога, так сказать. А возьмем, может, еще одно попадется. А чё? Чё вдруг нет? Ведь может же попасться? Вполне. Тут бы еще видеть, где тут что находится. Давайте как-то системно проходить. Начнем снизу. Так, из этого что нам надо? Ну, и этого не взорвать, и тому не заплатить. Может, мы еще денег наберем-то? Это было бы хорошо. Пока что вижу только бомбу. И ай-яй-яй-яй-яй-яй, куча, просто куча гурлингсов. Миллиард. А чего у нас нету нашего гурлингса? Срочно бы выписали, мы бы их тут... размножили с помощью нашего артефакта. И они бы всех атаковали. Вообще, где-то там гурлинг встречается, но он такой убогий, что даже трогать его неохота. Брать уж тем более. Использовать. Двойной заряд есть, это хорошо. Охохонюшки. Со всех сторон. Кто еще остался? Кто-то в живых остался. Да он какой-то неубиваемый. Живее всех живых, пока его убьешь. Здрасте. А тут сразу два босса. Так что смотрите, осторожней. Вот бы один из них сразу и делириум был. Вот. Просто, чтобы долго не искать. Серое сердечко. И... Ах, стоп, остался кто-то еще. Я что-то и не заметил его. Это Локи. Локи, привет. Ну, типа. Вот тебе мешочек с чем-то. А это The Gate. Ну, правда. Можно даже немножко удвоить количество наших помощников.
Не понял, нас задето или это почему она так вот сделала? Надеюсь, что это не от того, что нас типа заделось. А эта бомба классная, она вроде взрывает всякое и творит вообще дела. А ну давайте мы ее используем. Скидыш. Не знаю, надеюсь, это как-то сработает и что-то нам да как-то поможет. Она, по-моему, двери всякие открывает. Но на всем ли этаже, я не помню. И, возможно, секретные комнаты. Ну, если что, мы это увидим. Я не помню, что она делает точно. Но один раз я ее уже как-то использовал. 4 монетки, хорошо. Вот тебе 1, 2, 3, 4. Отлично. Еще монеток сейчас мы найдем, наверное. Нет, не найдем. Ну, может, найдем. Ой, это вот та бомба сработала, поняли? Ха-ха-ха. Что, на всех этажах теперь, на всех комнатах так будет? Ха-ха-ха-ха. Отличная бомба. Сейчас, может, мы еще монеток наберем. Да, надо бы как-то обходить более системно. Да во всех и... Просто во всех комнатах. Justice. Ну, еще 2 монетки. А может, 12 Hearts. Это надо взять с собой, поносить. Я вот думаю, а на боссе она тоже сработает? Просто лютый трэш. Мне нравится эта бомба, она прикольная. Теперь я понял силу этой бомбы. Ну, надо же, один выжил, тот, который умирает только после того, как все убьются. Итак, дошли до какого-то из боссов? Тряхнет. На него тоже неплохо так стукнуло. Ну, я не против. Еще один помощничек. Я не против. И секретная комната открылась. И мы нашли еще одно белое сердечко. Прелестно. Вот тут, конечно, неудобно вышло. Но ничего. Вот еще одна защитная орбиталочка. Надо ли она нам? Почему бы нет? Пускай будет. Пауэрпил, ну это такое, и локдаун, вот это точно не надо. Пауэрпил пусть поваляется, а то мы возьмем... Ой, ой-ой-ой, все взорвалось. Да. Скидыч. Ну-ка, что за карты? Маджишин, ой, какая хорошая вещь, и Старс. Может Маджишин взять? Давайте возьмем Маджишин. Я не уверен, правда, что он распространяется на помощников. Блин, бомба-то... Это просто какая-то бомба. Ого-го. А вот не на всех это распространяется. Не все настолько тонкие. Сундучок, в котором... Вот и есть денежка. Чем заплатить попрошайке? Как раз то, что нужно. Где он, ну, в общем, недалеко, куда нам надо. Так, значит что, 9 монет, ну уж теперь-то тебе хватит. Давай нам пополнение здоровья и мотай отсюда. Джастис, опять Джастис. Еще золотое сердечко. Ну, давай, 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 5, 4. Хочет тоже троллейбомбу себе наколдовать. Ах ты, маленький паскудник. Компас. Ну, наконец-то что-то полезное. Ого-го, сколько их там, и даже не знаю, давайте пойдем вот к этой группе, которая внизу 3 штуки. Шанс, что там делириум больше, наверное, ну, я не знаю, больше он или не больше, может и меньше. Класс, все убираются камешки, просто, слушайте, эта бомба просто чудесная. Серое сердечко. Все ключи в гости к нам, в общем, супер. А, поворот надо было вниз вот тут делать, оказывается. Скидыш. И, знаете, задело не всех. Это странно. Задето больно, ну да ладно, зато монеток собрали. Ха-ха-ха-ха-ха. Неужели на все комнаты этажа? Это же... Боже ж ты мой. Отличнейшая бомба. Хит сезона, так сказать. Просто бомба. Скидыш.
Ой-о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 й-
Ну что нам делать-то? Как его бить-то? Вначале надо вот того козла забить. Ого-го, он как умеет. Нас об этом не предупреждали. Да ладно. Голова бога. Трин-дрин-дин. Просто невероятная сила. Маджишин карта уже не нужна, по идее, это все. Ну. Привет. Во-первых, по морде получи. Во-вторых, вот тебе голова божия. Ну, а в-третьих, если мы, скажем, внезапно удвоим количество помощников, это же будет и удвоенное количество вот этих летающих коз. Ну нет, после вот того, что там мамаш на сердце выдала, это даже не смешно. Всадник без головы, это вот это смешно. По сути, самое веселье вот сейчас началось. Нам выдали голову бога. Ну, кто из них делириум? Наверное, кто-то из вот этих двух вверху справа. Пошли искать. О-хо-хо-хо-хо. Ну, по-моему, очень-очень удачная тема получилась. Скидыч, всем спасибо, все свободны. Спасибо за ключик. Ну, блин, отличная же тема. Ну, в общем-то, тупик. Ожидаемо. Ух ты, смотри-ка, выжило. Фарш выжил. Но ненадолго. Ибо против головы бога ни у кого нет шансов практически. Так, а ну... Ну, может, глянем эти комнаты, так, чтобы уж совсем... Карта с эффектом Magician нам как бы не надо. Спасибо уже. Спасибо, не надо, Magician. Прекратите. Тут ничего толкового нет. Тушить костры что-то как-то лень. Скидыш. Ну и что-то взорвалось. Ну-ка. Нечистый, так сказать. Да ладно, он так умеет. Это законно? Держите его, семеро, а то сейчас начнется. Так, где там эти копыта? Прелестно, и это одним набором помощников. Че мы собрали? Мы собрали набор мамаши. Ну классно. Это была мамашина сумочка. С ее помощью мы можем носить две триньки. Ну что ж, нечистого побили. Уж, наверное, время и место для делириума. Хотя там какая-то уж слишком узкая комната. Не может быть, что это делириум. Да, это всадник смерти. И он сейчас получит свое хороших. И вот этот бокс. Я даже не знаю, как его использовать. В смысле, как его использовать, я знаю. Но он ничего не даст. Ничего же не даст. Ничего не даст. Всадник смерти нанес удар. Что ж, последний босс оказывается делириум. Пошли бить его. Ну, это же и хорошо. Зато мы все обошли. Абсолютно все. Так, а вот тут сейчас что-то как-то не весело. И что, он даже задел мамашину лапу вот так вот. Бомба в смысле. Ну, в смысле взрыв бомбы задел. Ничего себе. Просто праздник какой-то. Если бы вот эта бомба прям до конца всех уровней действовала, это было бы что-то действительно. Ну, я думаю, это было бы слишком жирно. Карта фулл. Ну, она не совсем нам нужна, поэтому извините. Пилюлька, понижение удачи. Не, нет, не надо. Так, а что мы не нашли? Мы не нашли одну секретную комнату, так что ли? Ну, собственно, ну и ладно.
Жалко, конечно, но нет и нет. Скорее всего, она была там, где мы эту еще бомбу не использовали. Где это было, я уже и не помню. Ой, как все взорвалось опять. Ну что ж, делириум. Делириум, все правильно. Ему, по-моему, до лампочки. Мы включаем три набора помощничков, и теперь просто тремя косами его. Что-то, по-моему, не очень пилюлька оказалась. Маджишин включаем на всякий случай. И все, и давай дамажить, как умеем. Ну, три косы с головой бога. Это же круто. Защитные орбиталки. Все три это ангелы. Это же круто. Как вот, а глазище, это не круто. Некая пилюлька телепортирующая. Ну, это, наверное, не надо. Что она там ждет-то? Да, потихоньку съедается его здоровье. Как он прикольно, да? Как всадник смерти. Отпустил палку-скакалку и превратился в Гурлингса. По-моему, еще раз задето. Ой-ой-ой-ой-ой, внезапно. Ну, так-то, конечно, может и забить. Ничего у них не выйдет. Чап, что ли? Вот это сейчас было что такое? Отлично! Что это было? Но мы выиграли. Это нечестно, эй! Мы убили Делириума, но он нанес ответный удар. Давайте просто попробуем еще раз зайти. Вдруг нам зачтут уже это. Ну, блин. Такое собирается, ну, крайне редко. Так было четко. Ну, елки-палки. Континью. А, ну-ка, континью. Действительно, откуда оно будет континью? Что-то не то. Чтобы теперь еще помнил, где тут что находится. Ну ладно, будем обходить. Делириум где-то в том углу. Опять здрасте, поехали. Белое сердечко. Так, хорошо. Такое было. Это припоминаю. Сейчас мы очень быстро и эффективно. Значит, что там попрошайка? Что попрошайка нам выдаст? Не помню. Этот при взрыве даст бомбы, а попрошайка выдаст компас. Вот, нам он нужен. Но для этого надо немножко денег собрать. Ну, что-то их пока нету. Сейчас понаберем. Спокойствие. Главное взять бомбу, которую дадут кто-то. Мамаша на сердце выдаст бомбу. И использовать. Вот тут бы она очень помогла. Серьезно. Ой, задето, ой, больно. Давайте не будем задевать. Это же больно. Ну, я надеюсь, запись-то идет дальше, все нормально. Так, это все классно? Но нет. Вот это не классно, это ужасно не классно. И один... Щупалец остался. Тентакль. Один тентакль остался. Все, что ли? Ой, задет, ой, больно. Ну, тут... А у нас есть бомба? Да, у нас есть бомба. Так, что из этого мамашина сердечко, не помню. Точно не это.
Да что ж такое-то, задевает на ровном месте. Кто-то остался еще? Вот она, эта бомба. Сейчас мы ее, конечно, задействуем. Скидыщ. И понеслась. Сейчас будут все получать, просто все получать. Локи, привет. Как дела? Что-то не очень, я смотрю. Ну да. Мешочек с ерундой какой-то. Прекратите болтать ерундой. Вот эта секретная комната, которую мы тогда не нашли. Ну, тут секретная комната нормальная. Черно-желтая — это еще одна муха. Помню, такой телепилс, но это не хочу. Взорвем кипера, потому что можем. Никто не уйдет. Так, и 9 монеток. Я не помню, сколько ему надо было. По-моему, 9 ему не хватит. Но сейчас глянем. Я помню, что еще вниз ходил, потом возвращался, и как раз вот после этого... А ну-ка, может, этот выдаст теперь таки бомб? Тьфу, зачем я сказал это? Ну и, в принципе, чего я хотел там увидеть-то, если не бомб? Карта. Джастис, хорошо. Ты еще монетку. Может, хватит ему действительно? Эй, ты там! Нет, ему еще надо. Скидыдж. Хе-хе-хе-хе. Скидыдж. Опять Джастис. Во. Мы сейчас можем немножко потерять здоровье и получить за это монеток. Можем? Только где мы их... Вообще, где мы можем что-то потерять? Разве что взорваться на своей же бомбе. Это немножко невесело будет. Черное сердечко. Тем более черное сердечко тратить. Теперь точно не хочу. Хе-хе-хе-хе. Да, один выжил, помню, такое было. Что-то это, денег там не дают. Ну, это помню, эту шайку помню, это не очень было. Надеюсь, что сейчас мы все нормально пройдем, никаких ошибок не будет. Еще одно белое сердечко. Прекрасно. В секретной комнате, наверное, деньжище. Ой, вот оно. И да, деньжище, действительно. Получилось деньжище. Так, что ты такое? Power Pill. Еще одну черно-желтую возьмем. Но почему? Пускай будет. Понижение удачи нет. Two of Hearts не обязательно. Power Pill возьмем, да. Кипер я взрывал, там ничего не было, да? Два этих самых. Этих самых два. Не надо. Они сами пропали. Даже не пришлось убивать. Карты. Карта Magician. Ну, это до лампочки. Stars. Тоже, в общем, как бы не очень. Так, теперь 9 монеток. Ну, я помню, что тут... Ой. Вот такое тоже помню. Хотя себя он менее агрессивно тогда вел. Серое сердечко. Прелестно. Оу! Во-во, да, и одно золотое было, помню. Второе золотое, вернее, поскольку у нас там уже одно было. Так, ну и по итогам еще тут наверх от секретной комнаты, и тут ничего вообще не было. Была пустая комната. Ну-ка, сколько ему хватит-то? Сколько тебе хватит-то? Главное, чтобы выдал, как выдавал до этого, компас. Да, это компас, только он его вниз тогда давал. Точно помню, что вот те три, это не они. А вот тот, который один вверху, это он. Но кто-то выдал голову бога, сейчас ее нету. А я не помню, где она была. По-моему, она была где-то вот в одной из этих трех. Да, такое тоже было. Вот эти ребята выжили. Но эти, наверное, потому что черные, они типа слишком с большим количеством здоровья. Ну и, собственно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И задело же. Это же надо же. Вот. А, ну а черепа те выжили, потому что они мертвые, так? Выжили, потому что мертвые. Вот.
Вот она, голова бога. Тырин-тырин-тын. Все, теперь просто идем и всех выносим. Просто всех сносим. Во-первых, бомба взорвала. Во-вторых, голова бога косами закидала. В общем, не весело ему сейчас. Ну еще Сирун ему вот этот, Сиреныш, вернее, подсеривает серкой. Вот все так сложно. Так, вот этот выдаст, по-моему, самонаводящиеся бомбы, если я не ошибаюсь. Просто вот снесли бошку ему на раз-два. Да мы теперь бомбы тоже можем самонаводящиеся запускать, и они взрываются с большим радиусом взрыва, что неплохо. Ну, у нас и так уже бомба взорвалась так, что ого-го, тут радиус взрыва весь этаж, а он большой. Что тут дают-то? Ну-ка глянем, что за сундучки, мешочки, я не помню. Серое сердечко, это да. Батарейки, это прекрасно. Еще бомба, да ладно, я не против. Да, так и был ключик, помню. Еще бомба. Ну что, оставлять ее тут? Возьмем, конечно. Мы своих не кидаем тут. Наверное, стоит эти две комнаты проверить. Карта Magician. Да не нужна она. Лучше уж Power Pill пусть будет. Тут я точно так же не тушил костры. И пошли дальше наверх. Куда тут? Через верх точно. Как-то вот так вот, просто вот, просто вот так вот. Просто сосиски. По-моему, даже как-то быстрее, чем в прошлый раз. Ну вот, собрали мамашин набор. Было такое. Опять всем дали в дюндель. Всадник смерти, который даст ерунду. Которую даже не знаю, как ее использовать. Может, в секретной комнате использовать? Просто проверим. Ну, почему нет? Давайте попробуем. Она работает в секретных комнатах, в комнатах-магазинах. Вот там оно что-то выдает. Ну, что она тут выдаст? Спасибо, что задел. Молодец. Возьми с полки огурец. Ха-ха-ха. Телепилс. Не надо ваших телепилсов. Вот ближайшая секретная комната. Вот она. И в ней... пинг. Оно дает по-прежнему ничего. Даже не знаю. Обидно. Это обидно. Главное, чтобы наш не потерялся чудо-артефакт, дающий еще наборы помощников. Давайте потушим костры, может, это из-за этого? Да, конечно, нет. Что-то там, я думаю, это с настройками, с драйверами графики. Слишком, или, может, слишком много памяти использовалось на эффекты. Вполне может быть. Windows такая, нет. Не сегодня. Ну все, идем уже к делириуму, в принципе. Что нам еще делать-то? Все найдено, все добыто. Остался последний босс. Он же делириум. Это нам не надо. Надеюсь, ярость сработала как-то. Теперь дамажит наш персонаж сильнее. Ну, я надеюсь. Оказалось, не сюда. Да ничего. Ну, раз уж так, то еще и эту комнату глянем. Они тогда тоже выжили. Почему? Потому что они... черные, наверное, поэтому. Все комнаты обойдены. Еще серое сердечко. Спасибо. Сундучок. С картой, которая карта фулл. Ну, нет, она нам не нужна. Скорее всего, она нам просто не нужна. Такое. Что-то мы полное здоровье-то и не набрали.
Тогда вроде было больше. Ну вот, сейчас дадут серое сердечко? Нет, просто куча монет. Все, остается только делириум. Делириум, пошли его. Так, что мы по-прежнему увеличиваем количество помощников в 3 раза, получается. Вишь ты какой? Чё ты такое? I found pills, очень полезно. Power pill. Ну, я не знаю, давайте просто попробуем побить его ангелочками, в конце концов. Все кончилось, power pill. И добили его почти нет. А чё ж тогда оно так? Ну, ладно. Ай-яй-яй-яй. А так ведь может и убить. Не знаю, тогда мы честно его забили. Ой, какой, однако, нечистый был. А оно нам взяло и все испортило. Так нечестно, я так не играю. Давайте по-честному. Давайте нашу ачивку и что мы его прошли с помощью бильки. Три головы бога в него влетает. Ну, правда, дамаг такой странный. 6.67 как бы не очень. Ну, конечно, усиливается аура и тем, что их 3 штуки, и тем, что еще куча помощников других стреляет. Но ты еще попробуй туда попади. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы так можем и не дожить. Ну, не мы в смысле, а персонаж. Мы-то обязательно это увидим. О! Давай-давай-давай, дамажь его! Дамажь его, дамажь! Вот на этом месте тогда оно гыкнуло. И получилось. Ту-дун. Эутаназия. Разблокировали, что называется. Эвтаназию. Весело. Так, мы это все видели. Короче, он там и задохнулся. Ну, вот. Ну, так говорится, на второй попытке-то и получилось. Проверим. Итак, лилька пройдена. В смысле, пройден у нее делириум. Листочек помятый в кровище, то есть на хард-моде он пройден. Отлично же! Чаще бы так хорошо проходилось, как сейчас. Но только чтобы без вот этого глюка. Пройдено. Отлично. Здорово. Великолепно. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!